Скоро Новый год, а значит, приятные хлопоты. Мы будем ковать железо, пока горячо. Такое все прям настоящее. Кованые растения в саду – это настоящая роскошь, потому что металлические цветы идут круглый год. В новом году у меня для вас припасено много-много новых ландшафтных хитростей. Смотрите в будущем году передачу «Ландшафтные хитрости». «Ландшафтные хитрости» на телеканале «Загородная жизнь».